знаете, сегодня утром бюст Николая II, государя нашего, который мы установили в сквере возле часовни, замироточил бюст. За что? Да, это сегодня случилось утром. Зеленою весной, проблем с головой, нередко у Наташи случались. Царь-батюшка во сне, на голубом слоне, не раз когда-то нашей раскрасавице. Однажды, после таких распуск, детки, замироточил бюст. Кап-кап-кап, давай бегом в больницу, путь, где могут подлатать чердак. Кап-кап-кап, пусть там тебе приснится граф Толстой, Тёма, Лермонтов, Щацким, без уколов Дудника. А скоро месяц май, и снова Николай, бессмертный бог Наташи напивается. Его никак не взяли бересна, такая вот верня расточается. Гуняев от счастья расцветет, вся паства берет и примерет. Кап-кап-кап, из бюста доят мира, капают рублики на храм. Кап-кап-кап, смотрите, как красиво капают рублики. Капают, прозвонило на карман. Много дураков, да и смокальников, за хлеб сосут нормальным людям кровушку. Богатая страна, да по уши говна, и тараканы бегают головушка. Найдите еще одну страну, где церковь благословит войну. И тебя вылечат. И тебя тоже вылечат. И меня вылечат.